снимаю Юньку в интимный момент. Ей тут хорошо, она везде у нее туалет, везде у нее она он закопает. Да, Юня? Кушать пойдем. Проспала весь день. Потягушечки у тебя. Так, пойдем кормиться, Юнька. Даже завязи. 31 сентября. Вон еще на огурцах. Вон они. У людей посохло все. Висят огурчики. И новые плети вон пускают. Пойдем-ка за Юнькой сходим. Юня, а куда ты? Юнь. Юня. Юнька, ты куда? А, так она перекусила, пошла по своим делам. В туалет. Теперь думай, чем ей заняться. Учуяла мышку. Нюхает. Нам попу показываешь все время, Юня. Юнь. Вот любит она между ног залезть. Ее тут почти не видно, земля такая серая. Ну, на траве-то да, а так скроется куда-нибудь, глядеть, выглядывает. Тем, кто недавно на канале, скажу, что она живет с нами тут лето до поздней осени. Ночует в домике. По желанию ночует вон в том белом сарае. Там ей трапик сделан в окно. Там она гоняет мышей. Альма, фу! Домой иди. Иди домой. Собаку эту отпускают. Я ее подкармливаю зимой. И она вот так вот ходит, бегает эта Альма. Попрошайничает, гусей пугает. Юнька сразу убежала. Да, она пошла к себе, Юня. Все, раз под шторку. То ли на охоту пойдет, то ли сегодня у нее выходной. Все, пошла она вот на свой камень любимый. Вот она сейчас запрыгнет на крышу. На соседний развалившийся забор. Прыжок. Оп. И все, Юнька. Там наблюдательный пункт у нее. Вот старая облепиха. Пилить надо. Участок тут заброшенный. И Юня тут обустроила наблюдательный пункт. Любит по деревьям лазить, любит наблюдать сверху. И пойдет на ночь в ночную. Всем благ, всем добра. До новых сюжетов.